После ухода Владимира Путина ситуация поменяется в лучшую сторону, в худшую сторону или не поменяется вовсе? Не думаю, что будет хуже, но и лучше не будет. В смысле того, что сам по себе мир, наверное, так идет. И каждый под себя гребет, понимаете? Чтобы не как в Украине было, самое главное. Но если он уйдет, будет лучше или хуже? Я не знаю. И он-то держит державу нашу, в принципе. Ну и так его эти приближающие люди, жадные чересчур. Вот. А так, конечно, хотелось бы, чтобы было лучше. А я не знаю. Думаю, что в первый момент точно ничего не изменится. Есть команда какая-то, которая, скажем так, Путин ее олицетворяет, она же и останется. По крайней мере, на какое-то достаточно долгое время после него. Мне кажется, все останется так же. Один человек уйдет, придет когда-нибудь другой. Но так же будет вести такую же политику. Ну, а так, не знаю, везде все очень плохо. Все зависит от того, кто будет преемником. Если будет такой же преемник, так же будет. Но, в принципе, сейчас стало намного лучше, чем в 90-е годы. Хотя, конечно, народу хотелось бы получше, может быть, где-то жить, особенно в регионах. Но, в принципе, все равно порядок в стране лучше стал с приходом Путина. Если такой же будет, то останется так же. Ну, смотря кто после него будет. Это же от человека зависит. Если после него будет правитель лучше, значит лучше. Если хуже, то хуже. Я думаю, что вопрос вообще не в Путине, на самом деле, а в каждом отдельно взятом человеке. Я надеюсь, что в нужном направлении, в нужном для людей. И все равно от нас будет зависеть все. Как бы жизнь такая, что без разницы, кто там наверху. Несмотря на что поменяется, во время перемен всегда хуже. То есть, на ваш взгляд, после ухода Путина будет хуже? Трудно сказать. Ну, а все же? Мне кажется, хуже уже некуда. Ну, оглянитесь вокруг. Ой, даже не могу сказать. Не знаю, может лучше, может хуже. А чего это может зависеть? Не знаю, не в курсе дела. Посмотрим, ну как оно будет. Я не думаю, что что-то поменяется. Потому что зависит от того, какой народ в стране проживает. Пока менталитет народа не изменится, власть примерно такая же и останется. Так что вряд ли будет лучше или хуже. Будет все продолжаться в таком же русле. Все зависит от того, кто будет, придет на смену. Вы хотите от меня услышать кандидатуру? Боюсь, что я сейчас не смогу сказать, будет видно дальше. Я так понимаю, сейчас один из кандидатов Мишустин и Шойгу. Ну, в зависимости от того, кто из них будет, возможно, различное, так сказать, развитие событий. А других политиков? Не так много, может быть, знаю или слышу и интересуюсь. Лучше, конечно, станет. Намного меньше станет. Коррупции меньше станет. Ее вообще не будет без него. Да, как бы он верхушка всего этого, то есть, ну, подмял крышует. Под себя, крышует их всех. Если Путин посоветует какого-то Васю Иванова, то будет то же самое, что и как Ельцин посоветовал Путина. Ничего не изменится. Будет просто тот же самый их человек, которым все равно сверху будет Путин руководить. Ну, я думаю, в худшую сторону. Мне очень нравится Путин, так что пускай работает. Я за Путина. Я думаю, что все зависит еще от осознанности народа. Но однозначно стране нужны изменения, и изменения в лучшую сторону. Ничего не поменяется. Ну, может быть, что-то, я сомневаюсь, к сожалению. Хотелось бы ошибиться. Ну, наверное, что-то поменяется, потому что когда меняется одно правительство, приходит на вступление другого правительства, наверное, что-то будет меняться, скорее всего, в лучшую сторону. А вы считаете, что он уйдет? Ну, теоретически, да. Когда-то же он уйдет. Сложно спрогнозировать, но, думаю, всегда перемены к лучшему. Вы надеетесь? Я надеюсь, что да. Есть ли это предпосылки? Нет. Предпосылок нет, но нужно как бы надеяться и верить. Как говорил тоже Владимир Путин, нужно потерпеть, и лучшее придет. Все.